Hey, всем привет, ребята, и добро пожаловать на мой канал. Сегодня вторая обещанная часть DIY-видео, а именно оформление тетрадей. Я обещала, что как только наберется 10 лайков под предыдущим видео, я сразу же выпущу вторую часть. К сожалению, я не сделала этого, потому что я просто не ожидала, что за 2 дня вы уже наберете 10 лайков. Я очень сильно за это извиняюсь, поэтому без лишних слов, поехали! Первую тетрадь я уже по стандарту обклеила белой бумагой. Также я вырезала шаблон фламинго. Нужно взять черный фломастер, поставить фламинго по центру тетради и по всему периметру. Нам нужно начинать тетрадь испортила. Господа, расходимся. С первого же кадра, с первой же идеи, с первой же тетради уже фейл. Ничего страшного, мы не сдаемся. И по всему периметру начинаем ставить точки. И вот такая тетрадка у нас получилась. Это очень быстро, просто. Естественно, можно использовать шаблон любого другого животного, любого другого предмета. Но мы наслаждаемся результатом. На следующей тетради я хочу нарисовать такую милую пандочку, которая засмотрелась на прилетающую бабочку. Для начала нарисуем саму панду. Теперь с помощью фломастеров, маркеров нам нужно это раскрасить. Я решила добавить и вторую бабочку. Мне кажется, что это будет моя самая любимая тетрадь. На третьей тетради мне захотелось нарисовать милую овечку. Берем стакан с водой, гуашь, акварель и нашу любимую кисть. Опробовав цвета, я поняла, что лучше я выберу вот этот оттенок. Этим оттенком зеленого нам нужно раскрасить всю нашу овечку, не считая лица и рога. А, я ничего не копнула. После полного высыхания нашей овечки нам останется только навести контур и дорисовать мордочку нашей овечки. И вот такая милейшая овечка у нас получилась. Предпоследняя идея будет не менее классной, поэтому нам нужно нарисовать каких-то 2 маленьких кавайных рисунка. В моем случае это единорог и сердце. Поэтому приступаем к рисованию. Нам нужно все это обвести, раскрасить, приклеить окошко для записи. Кстати, для этого я использую обычные стикеры. А еще я вспомнила, что в детском саду я постоянно так делала. Берете все фломастеры, совмещаете их и делаете что-то подобие салюта. Четвертая тетрадь готова. В простоте пятой тетради, мне кажется, вообще ничего не нужно говорить, просто посмотрите на это. Берете обычную тетрадь, распечатываете любой понравившийся принт, в моем случае это космос, приклеиваете на тетрадь. Вуаля, у нас все готово. Смотрите, какое оно классно получилось, но есть небольшой косяк сзади, что бумага не доходит. Если вам это вообще не нравится и вас это очень сильно смущает, то тогда просто наклейте, распечатайте еще одну такую же картинку и наклейте продолжение. Можете просто наклеить еще сюда белый лист. Для меня это мой самый любимый, просто это космос. Вот и
результат мы сделали еще 5 классных тетрадей. Ну а на этом мое видео подходит к концу. Я очень сильно надеюсь, что все идеи вам были полезны, что вам понравилась вторая часть. Это, скорее всего, последний Back to School видео, именно DIY, потому что сейчас уже 26 августа, всем скоро начнется учеба. И я, если вы хотите, я могу и даже снимать DIY-ки. И сейчас, когда начинается учебное время, мне очень важно знать, какое видео, какой формат вы хотите видеть на моем канале. Поэтому не поленитесь и обязательно пишите мне в комментариях, что вы хотите видеть на моем канале. Ну а на этом было все, и всем пока.